Ми идем. Мы идем по трявому полу. Тебе здесь понравилось? Артур, ты сейчас весь мокрый будешь. А нам еще идти. Артурка, что мы идем искать? Ледяную пещеру? Да. Идем искать ледяную пещеру. Трудно подниматься, правда? Давай сюда, иди ко мне, посмотрим, что здесь. И потом пойдем еще выше. Завернем на этот мостик, пройдемся здесь и посмотрим всю панораму. Заснимем эту красоту. Какая красота! Обалдеть! Я чувствую, что я стою где-то на вершине горы. Тебе не страшно, что под низом нету пола? И все это шатается, конструкция. Нет? Не страшно? Красиво, правда? Солнце прямо возле нас. Мы прям под солнцем. Такие есть могущественные воды, да? Смотри. Пойдем сюда. Пойдем на этот мостик. Посмотрим сейчас. Мы идем. Мы идем по трявому полу. Сломается тут? Сломается. Нет, не вижу травы. Красота, правда? А люди там внизу еще катаются. Посмотри. Сколько подъемы, как все сыграет. Какая красота. Здесь очень красиво, Артурчик. Какой глубокий снег. А по глубокому снегу легче идти, да? Ну, Артур, ты сейчас весь мокрый будешь. А нам еще идти. Обалдеть, сколько много снега. Как глубоко, смотрите, ноги будут мокрые. Нет, я боюсь, я пойду выше. Я все-таки хочу найти ледяную пещеру. Вон она. Пробуем сюда идти? Нельзя. Минус 15, наверное. Снежный дракончик. Ничего себе, здесь еще и снежный дракончик. Это же настоящий акцент. Что, Артурка, это?
Что это ты это видел? Картину такую, да? Подо льдом. Под чистым льдом. Из дерева, из льда. Обалдеть. Как красиво, правда? Там еще и угол, и туалет, и умывальник, и сауна. Классно. Ну все, идем обратно, где наш там папа с Джессикой. Идем искать папу? Да. Ну, пока-пока. Всем пока-пока. Смотрите наши приключения в Альпах.